Я очень многих шайтанов там уничтожал, он и тебя тоже уничтожил. Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Да, и бастгалбокш, лилоштоломш, а питнеш, элдич, ючеломш, и шо ей не чуяк, не ху, фири не соцеве имш. Все должны оставаться в рамках закона. Все. Один возьмет на себя, да, он этот груз, да, он ответственность и понесет по закону наказание, да. Действует исключительно в рамках закона. Уничтожал, да, он и тебя тоже уничтожил, да. Я подозреваю, что Кадыров осознает, что без Путина ему выжить будет очень трудно. Практически невозможно. Тем сотням тысяч российских граждан, которые там живут, ну уж совсем не нравится. А его гвардия, которая на самом деле составляет порядка 20 тысяч человек, ну 80 тысяч там всего силовиков, порядка 20 тысяч это его гвардия, порядка 5 тысяч тех, кто готов действительно драться, потому что они знают, что за те преступления, которые они совершили... Деваться некуда. Да, деваться некуда. Ну вот я думаю, что эту гвардию разметают в одну секунду, если и когда Путин уйдет. Поэтому Кадырову надо отделиться до этого момента, ну либо бежать. Клянусь Всевышним Аллахом, да, мы не сможем продержаться 3 месяца, да, даже месяц не можем, да.